Сегодня у нас 3 июня 2017 года. Вот мы вышли из храма в субботу. И вот идем сейчас. Брат Виктор сказал, говорит, сейчас какое-то слово скажет. Он эгоист, он никогда не хочет. Вот у него... Эгоист? Эгоист. Эгоист. Когда у кого-то день рождения, просто ну, мысли у меня вот такие возникли. Нас пригласили. Ну он пишет, если тебя пригласят в день рождения, твои действия какие? Многое лето. Многое лето. Ну а еще, кроме многого лета? Подарок. И в миру тоже так же, да, и в неверующих. Подарок, суетимся, все. Завтра какой день у нас? День рождения церкви. А начинается это все сейчас уже, с вечера. Ну и посмотрите, сколько нас мало. День рождения церкви, а мы члены церкви. Мы эти листочки на дерево, посмотрите, листочки. А если листочков мало, мы хамов грех совершаем. Златоуст говорит, если мы в храм не приходим, хамов грех совершаем. Вот они, листочки, это мы, посмотрите. День рождения церкви, еще. Как называется этот день? Названий-то много. Праздников-то много соединяется. Сошествие Духа Святого. И воскресение Христово, да, и сошествие Духа Святого. День Святой Троицы. И вот нас, видите, как мало. Почему? Что это такое? Охлаждение. На день рождения церкви мы не стремимся. Как батюшки нет, но меньше нас. А что батюшка? То есть это моя душа, и стремится ли она к Богу? И причем, ну не знаю, просто вот поделиться хотел. Когда нету какой-то молитвы, а это в церкви так делается, вот что-то чувствуешь, не достает. Какой молитвы нету от, Вознесения до Пятидесятницы? Царю Небесному, брат подсказывает. Мама. Ну а у вас как вот в душе? Поделиться просто хотел бы узнать. Что-то не достает, что-то душа должна получить ожидание. Так сделал Бог, так сделала церковь, Матерь Церковь. Чтоб мы это жаждали, без Духа Святого мы просто земля, земля. Мы не небесные граждане, вот такие, какие мы есть, мы там без Духа Святого не будем мы на небе. Ну вроде хорошенькие, бородатые, с поясами, все, но не будем мы там без Духа Святого. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Вот платочки, вот красавицы стоят, но Духа Христова если нету, но не его мы будем. Господь дает нам залог некий, апостол Павел об этом говорит. И вот мы потом, страшный суд, раз у кого-то нет этого залога, Господи, так я же ходил, ну я так, я воображаю, может там по-другому будет. Господи, ну ходил я в храм, даже вот и утром, вечером молился, да и платье все правильно я одевала, и косыночка все. А Духа Христова, кто не имеет, тот и не его, понимаете? Вот это мы должны жаждать, вот эта молитва Царю Небесный, она вот эти, вот это время наступает, мы должны ее проникнуться и просить Духа Святого, измени нас, чтобы мы стали гражданами Отечества Небесного. Вот это самое главное. Если просто по привычке пришли, ну все там, о, короткая служба, сейчас быстрее, отрок на велосипед, поехал там, все, ну все так, немного чего непонятно, но Царю Небесный... Если он в это отрока не войдет, для чего он тогда порог перетирает? В меня не войдет Царю Небесный Утешитель. А душа должна открыть двери вот эти и просить, и жаждать со слезами на глазах. Царю Небесный, приди, приди, я вот такой, какой есть, я негодный. А нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Подражайте мне, говорит, как я Христу. Апостол Павел, вот я недавно читал Блаженного Феофилакта, он взял планку, ну до Христа вы не можете достичь, ну вот он я, человек, перед вами, ну хотя вы подражайте мне, как я Христу, как Блаженный Феофилакт говорит. Вот, ну вот какие мысли у меня, вот. Печально, конечно, что нас мало очень, какое-то вот, ну охлаждение, наверное, да, все дела, заботы, понятно, там брат сеет, там
тоже надо. Ну, рядом-то некоторые живут. Школьники, я вижу, не все, а экзамены на носу, уже экзамены идут. Ну там следующий на носу. А что, просить об этом не надо? Надо. Господи, умудри нас. Можно все знать, все общество знания, математику, но не сдать экзамен. Вот Господь раз закроет разум и все. А надо просить, Господи, даруй мудрости. Расположи сердца тех, которые там будут принимать. Ну я и по опыту своему знаю. Потому что когда диплом защищал, просил, чтобы молились там община в городе. И все это так Господь устраивает, что расположение легко. Конечно, я сам готовился. Вот. Ну, вот так вот. Спасибо, Христос, брат. Такое вот слово. Если кто хотите, добавьте что-то. Я кратко сказал. День рождения церкви. Без церкви, ну, просто знаете, церковь собрания, которая что? Господь соделал. Не просто двое-трое собрались. Таких много всяких. Компаний там, всяких обществ. А это именно Бог сделал. Бог. Вот с этого момента все и началось. И мы с вами в этой церкви. И вдруг рядом, в одном селении живем. Ну, подумаешь, вечером я не пойду. Ну, почему? Если Бог тебя побуждает, Дух Святый, ты, как нам рассказывали, что за 60 километров один человек приезжал, ни разу не опаздывал. 60 километров. А другие и дальше едут, там бабушки ревностные, да, есть такие. Там много таких. В житиях очень кратко там об одном пишут и выделяют главное, что никогда не опаздывал, всегда в церковь приходил. Значит, это все-таки что-то значит. Конечно, можно в церкви стоять и блуждать где-то на Воробьевых горах быть, или в Корчино, или в Мамонтово, но это уже надо быть внимательным. Понятно, нет, школьники? Аминь. Следующий когда у вас экзамен? Во вторник. Ну вот помолитесь. Во вторник и в четверг. Через один день. Очень сложно так сделали. Конечно, неправильно это, но все уже не переначить. У них все уже данные введены в базу. Все. Так что помолитесь об этом деле. Вот русские, они на пятерке сдали. Слава Христу, что на пятерке. Богу нашему слава, веки веков. Аминь. 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 Ну, такие мысли у меня были сегодня. Спасибо, Христос. Спасибо, слава Христос. Богу. Вот пошла на храм прихожанка. Раз люди не приходят, хоть кто-то пойдет туда. Наручная. Ну, там немножко. Киска, киска, киска. Вот это какая ласковая киска. Ну, вот она какая. Вот она ластится. Хвостик-то у нее какой. Ну, киска, киска, киска. Ну, вот так. Слава Христу.